Проект «Этническая Чувашия» в действии. Ко Дню Республики будут сданы в эксплуатацию некоторые объекты этнопарка «Амазония», который возводится в столице Чувашии. Сильные, смелые и таинственные женщины-воительницы. Именно так описывают амазонок в учебниках истории. По одной из легенд, амазонки жили на территории Чувашии. Этой легендой навеяно название этнокомплекса. Неудивительно, что именно они встречают гостей у входа в парковую зону. За мраморными скульптурами установят музыкальный фонтан и монумент коню, непременному спутнику амазонок. В тени деревьев спрятался пруд с идущей к нему лестницей любви. Чуть поодаль многоэтажное сооружение. Это фитнес-центр с так называемой мокрой зоной, со зоной спа, велеса. То есть таких объектов еще нету в Чувашии. Полным ходом идет строительство ресторана чувашской кухни «Шивармань» и аквапарка. Летняя зона последнего заработает уже 1 июля. Чуть раньше в этнопарке заработали аттракционы. Наша съемочная группа с удовольствием их протестировала. Цепочка, вихрь, центрифуга. Драйва предостаточно. К концу следующего года в Смешарикленде появится еще 10 аттракционов. Этнокомплекс развивается благодаря частно-государственному партнерству. Объекты Амазонии финансируются за счет государственных средств и частных инвестиций. На сегодняшний день в кластер вложено более 1 миллиарда рублей средств бюджета. Инвесторам также вложено более 1 миллиарда своих внебюджетных средств. Сдать весь этнокомплекс в эксплуатацию планируют к концу следующего года. Основные силы будут направлены на благоустройство парковой зоны и строительство административных объектов. На эти цели будет выделено еще 2 миллиарда рублей. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.